Уже более 10 лет адвокатская палата Московской области оказывает бесплатную юридическую помощь жителям. В регионе работают 26 специализированных центров. Мы можем с уверенностью утверждать, что ни один человек, который пришел в адвокатуру за помощью, не остался без нее только потому, что у него нет на это средств. Мы всегда помогаем. Вопрос в том, что мы не всегда формализуем это в виде бумажек там и так далее. И не всегда знают, куда нужно прийти. Теперь центр бесплатной юридической помощи открылся и в Одинцово. Перечень граждан, которым она предоставляется, расширился. Мобилизованные и члены их семей получат здесь ответы на любые правовые вопросы. Банковские споры, кредиты, алименты – одни из самых распространенных. Юридические вопросы тоже есть. Это такие, как, в принципе, сейчас многие сталкиваются с тем, что бывают и грустные вести приходят у нас с фронта. Это открытие наследства, дальнейшая работа, в принципе, тоже с наследственным делом. Центр будет работать по четвергам с 2 до 5 часов. Впрочем, получить консультацию можно и дистанционно, по телефону. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».